Ребята, а вы знали, что у меня есть второй канал? На нем я записываю реакции, а также думаю скоро начать делать топы. Подписывайтесь, не пожалеете. И всем, ребята, с вами Руди. Я продолжаю проходить игру Half-Life 2. Остались мы на том моменте, когда мы наблюдаем за отца Григория, и он хочет проводиться к шахтам. Я развалился с клавиатурой, теперь у меня плагин должен нормально работать. А также ФБС должен быть хорошим. Так, зомби. Давай. Освободись, дитя! Держись ближе, брат мой. Опи. Снова пилы. О, как оруто. Целься в голову. Не. Блин, бой запас исчерпан. На. Осторожно, брат! Проклято дитя! Внимание! Состояние критическое. Так, я далеко сохранился? Либо недалеко. Да. Следуй за мной! Быстрее, брат мой! Ну-ка. Прыгай на меня, я прыгни. Знаете, что меня останавливает? Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне. Внимание, крови обнаружено. Положение при смерти. Это не работает. Поторопись, пока я держу ворота!
Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Спаси же свою душу. Ему давать бы как хорошо. Что ж, там сюда. Тут у нас спуск. Повезло. Тихонечко. Там у нас куча крабов. Может быть, их подорвать? Нам, смотрите, нам вот туда вот нужно. Она просто тут, да, она просто тут не пройти, обвал. Так, да тут вроде бы я мертвы. Может, даже бегом. А получилось, мы здесь. Так. Где? Вроде бы здесь ничего нету. Что ж, нам сюда. Опа. Как краб погорелся. Где? Где? Они идут за мной. Они все идут за мной. Внучка. Ой, не получилось. Ну-ка, давайте я попробую ее все-таки забрать. Ну-ка. Опа. Давай, почти получилось. Да. Тут ничего нет. Тут у нас есть довольно-таки хитрый трюк. Видите, там висит барнакл. Зацепляемся к нему. Идем наверх. Потом мы должны будем его убить. Вовремя. Есть.
Там, а если как ничего нет? Ну ладно. Выпрыгнуть, у нас что-то горит. Тут у нас... Вот. Вот, эти вагонетки с этой зомби-пилкой. А вот сейчас везде будет ездить и рубить этих зомби. Еще нет, сейчас что-нибудь рубивает. Да, застрял. Да, там сейчас приедет, их срубит. Ну, ради как выбрались. Я помню, тут у меня тоже был баг с освещением. Но сейчас его не будет. Вроде бы не произошел. Да. Вон он. Патронные гранаты. Все. Я как мы уже выбрались из Ревенхольма. Похоже, он едет не совсем. Показывает, как работает снайпер. Осторожно. Да вот. Как он выглядит. Кстати, это уже не гражданская оборона, это уже комбайны. Здесь такой вот баг. Смотрите. Это даже не совсем баг, это скорее фича. Если мы кинем какой-нибудь предмет на себя, вот смотрите, и поймаем его руками. Как-то я его не очень кинул, уже мог кинуть прямо над собой. Потом ловим его руками. Да, в общем... Давай же. Не получается его поймать, но в общем... Если вы его поймаете, то он... И он прикоснется к какой-нибудь поверхности, то он взорвется. Это именно это, я не знаю, баг это или фича. Наберет. Да, посмотрите, эти снайперы еще и по бочкам стреляют.
аккуратненько пробежать. Прибеги безопасная. Сейчас мы где-то снайпер доберемся и кинем ему гранату. Вот, кидаем. Готов. Тут есть ошибка. Убить всех снайперов в сети 17. А я её уже выполнял, так что. Это без разницы. Новое оружие. Кстати, это уже я уже говорил, это комбайны. Это даже не люди, это, сказать так, модифицированные люди, которых. Для которые я подчиняю царенство. Вот из некоторых людей делают сталкеров, которых мы увидим позже. А из некоторых делают вот таких вот комбайнов. Даже можно залезть. Да. Это АР. Называется нам тут. Табельное оружие патруля, импульсное оружие. Значит, зачем я сделаю эту лестницу? Хотя тут, кстати, птичек тоже можно убивать. Но мы этого не будем делать, а просто пройдем дальше. Хотя они их нас еще могут гранаты кидать. Тоже нужно учитывать. Я где-то его слышу. Да. О, смотрите. Я не знаю, альтернативный огонь. Смотрите, что он делает. Кто ранен? Уинстона подбили. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Да. Повстанцы одного ранили. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Еще раненая. Это точно. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Ну? Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят.
Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового Фростика. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил... Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малоодессу. Одесса, как слышно? Мы помним Фримана. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малоодессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Шоссе 17. Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Да, вот наша машина. Тут у нее сзади ящик боеприпасами для автомата. Где-то пушка из первой части Half-Life. Да. Подожди немножечко, я хочу просто проверить. Ой. Вот о чем я и говорил. Походу. Это, наверное, есть то, о чем я думаю. Нужно найти какое-то темное место, чтобы проверить. Нет. Я просто не знаю, тут не слишком светло. Доктор Фриман, машина готова. А, ну ладно. В общем, в следующей серии мы с вами будем кататься по пляжу, отбиваясь вот от этих вот монстров. Муравьиные львы. А пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Руди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи и до новых встреч. И, кстати, подписывайтесь на мой второй канал, ссылка в описании.